Выпускники городского округа Люберцы получили аттестаты об окончании школы. В этом году порог взрослой жизни переступили более 1211 классников и около 4000 девятиклассников. Наша съемочная группа побывала на торжественном празднике в гимназии номер 41 и в 27-й школе. Чувства очень классные. Радость, эмоции, счастье. Просто не описать словами даже. Радость. Наконец-то школа закончилась. Свободное плавание. Какие-то такие моменты очень ценные, которые больше не повторятся. Университет – это уже такая взрослая жизнь. Поэтому, да, думаю, буду скучать. После сложных экзаменов чувствую спокойствие, вдохновение. Вот. Начинается уже такое состояние, что начинаешь скучать по школе. Потому что школа – это... Ну, для меня это очень важное место, которое подарило не только знания, но и много важных, замечательных и веселых моментов. Пока выпускники делятся эмоциями, в актовом зале волнительное ожидание. С минуты на минуту еще вчерашние школьники получат свою первую путевку во взрослую жизнь. В этом году стены гимназии покидает 61 ученик 11 классов. Долгожданные аттестаты сначала вручили девушкам и юношам, которые отличились особыми успехами в учебе. 8 выпускников стали обладателями медали первой степени и еще 10 второй степени. По результатам ЕГЭ 3 гимназиста набрали 100 баллов. Пользуясь случаем, передаю поздравления от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И наш губернатор говорит, что будущее Подмосковья, соответственно, будущее Люберец в надежных руках, в руках молодежи. А это вы. Поэтому, ребята, будьте смелые, дерзайте, добивайтесь успехов. Всего вам самого доброго. Ваши высокие баллы – это результат упорства и высоких достижений. Спасибо вам за то, что вы умеете ставить цель и достигать их. А стены 27-й школы в этом году покидают 22 ученика. Еще вчера они сидели за партами и слушали учителей, а сегодня стоят на пороге нового этапа в жизни. Понятно, что будут какие-то преграды, будут какие-то испытания. Самое главное – все это проходить. Я когда часто бываю в школах, я говорю, что дорогу осилит идущий, везет тому, кто везет. Поэтому будете стараться, упираться, двигаться, все у вас получится. Я хочу пожелать вам, друзья мои, все-таки раскрыться в этой жизни до конца. Я хочу пожелать вам получать удовольствие от всего, что вы будете делать. Я хочу пожелать вашим родителям, чтобы они гордились вашими делами. Пусть не все получается, пусть по дороге вы будете ошибаться. Не бойтесь, смелость прежде всего. Сложные экзамены закончились совсем недавно, но виновники торжества уже с трепетом вспоминают свои школьные годы. Я учусь здесь со 2 класса, и вот, честно, пока что не верится, потому что 10 лет отучился в этой школе. Было все, и смех, и слезы, и чего только не было. И школа стала чем-то родным, чем-то теплым. И вот прощаться с ней, это, конечно, безумно печально. Честно говоря, в течение года ты не замечаешь, наверное, что это последнее что-то, что это так трогательно. И весь 11 класс, он был запоминающийся, все уроки, какие-то мероприятия, открытые гости, когда к нам приходили, открытые уроки. Ведь 11 класс – это, наверное, самый яркий мой год в этой школе и самый насыщенный. В городском округе Люберцы около 1300 выпускников в этом году окончили 11 классов. Из них 240 ребят получили медали за особые успехи в учении. Анастасия Кладинова, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.